Друзья, если вы еще не посадили на своем участке мяту, обязательно это сделайте, поскольку эта трава спасает от десятков разных болезней, поможет оздоровить организм и сделает вашу жизнь куда лучше. Всего 2-3 чашки мятного чая или отвара в неделю помогут забыть о проблемах со сном, болях в желудке и суставах и укрепит ваш иммунитет. Ну а если вы живете в квартире и высаживать мяту нет возможности, ее можно просто купить на рынке. Она обязательно должна быть домашней и свежей, а не выращенной в промышленных условиях. Давайте разбираться, чем же будет полезен такой чай. Прежде всего, он поможет пищеварению, избавит от вздутия, метеоризма и боли в животе, снимет спазмы в кишечнике и желчных протоках. Также очень важно, что мята нормализует сон и снимает стрессы. Буквально 3-4 чашки чая в неделю, и вы сможете расслабить тело и ум, правильно отдыхать и быть гораздо более энергичным. Если вы страдаете от мигрени, чай с мятой тоже поможет. Он расслабляет мышцы спины и шеи и убирает основную причину болей, а не только симптомы. Стоит ли говорить о том, что мятный чай пьет при простудах? В составе мяты содержится ментол, который активизируется в горячей воде и помогает выводить слизь из легких и бронхов. Также стоит сказать, что мятный чай активизирует работу иммунитета и предотвращает активность возбудителей гриппа и других инфекций. Лучше всего употреблять такой чай вечером, поскольку он действительно расслабляет и настраивает весь организм на спокойный и полноценный отдых. Для приготовления напитка берем ложку листьев свежей мяты, заливаем горячей водой, настаиваем пару минут и смакуем. Не злоупотребляйте этим чаем, и польза для организма будет бесценной.